Отель «Риверсайд» расположился на берегу реки, неподалеку от центра города Таруса. Номерной фонд отеля состоит из 23 номеров категории «Стандарт», расположенных в главном корпусе, трехлетних домиков и глэмпинга. К услугам гостей предлагается прокат спортивного инвентаря, сабборд, прогулки на катере по Оке, рыбалка, пейнтбол, квадроциклы, детская площадка. Наш номер был укомплектован всем необходимым для комфортного отдыха. В нем присутствовали чайный набор, спутниковое ТВ, сейф, тапочки, халаты, Wi-Fi. В собственной ванной комнате присутствовали туалетно-косметические принадлежности и фен. Стоимость номера был включен завтрак в ресторане на первом этаже. Также можно перекусить в кафе «Причал» на берегу. В отеле есть два бассейна, работающих круглогодично. Бассейн для взрослых 25 на 8,5 метров в три дорожки и детский 6 на 8,5 метров. Также есть спа-комплекс с сауной.